Assalomu alaykum. Sizga savolim bor edi. Nima deb o'ylaysiz? Jamiyatda imkoniyat cheklanganlar uchun sharoitlar qanaqa? Uncha yaxshi emas. Qulay noqulayliklar qanchalik deb o'ylaysiz? Например, mana общественный transportlarda yurganda yoki da kafe yoki da bu joylarga borganda imkoniyati cheklangan odamlarga kam anaqa e'tibor beriladi i sharoitlar ham juda kam deb o'ylayman. Chunki kuzatganman, ko'rganman. Nima uchun, nima sababdan shunaqa? Uni bilmasam, lekin davlat tomonidan har xil anaqalar qilinmoqda, baribir uncha yetarli darajada emas. Imkoniyat cheklanganlar uchun sharoitlar yaxshilanishi uchun nimalar qilish kerak deb o'ylaysiz? Birinchi bo'lib общественный transportdan boshlash kerak, chunki общественный transportda kolyaskada ko'tarila olmaydi odam. O'shaning uchun ko'p noqulaylik tuyuladi i metroga tushganda asobini. Uncha sharoit yo'q deb o'ylayman. Metroda например, kolyaskali odam tushsa, unga juda qiyin bo'ladi. Rahmat, kattakon. Yana bitta oxirgi savol. Imkoniyat cheklanganlar orasida do'stingiz bormi? Bo'lgan edi o'qish paytida. Смотрите, в обществе доступны есть людьми с ограниченными возможностями или нет? Много. Доступных много? Конечно, много балам. У нас, я не знаю, к чему мы идем. Улучшений пока нету, ничего. Ну, надеемся на Аллаха, что Аллах ярдам кылады. И будет все хорошо. Есть. Что надо делать, улучшить доступность? Ну как что, надо, не надо дома ломать, строить дома, надо строить заводы, надо строить фабрики, надо строить школы, надо строить детские сады, преподавательский персонал надо улучшать. Вот тогда, может быть, мы придем к хорошей жизни. А для людей с ограничениями возможностями что надо делать? Помогать надо, помогать надо. И надо с ними считаться, и надо им помогать. Какими способами? Это только зависит от нашего президента. Он должен на это все обращать внимание. И он должен быть близко к вам. Вот с такими, как вы, он должен быть близко. Спасибо огромное. Дай Бог вам здоровья. Ассаламу алейкум, хали. Сізге бір-екі сауалым бар. Немене бойлайсыз? Имконияты чекінген соны үшін. Жамиятта қандай құлай, нақұлайлайлар бар? Yetishmovchilik hammada ham bor. Kimdadir og'ir sharoitda yetganiga Xudoga shukr deb yashayapti. Bir narsa deya olmayman. Imkoniyat cheklanganlikni ya'ni nogironlarga. Ha, nogiron insonlar uchun qanaqa qulay, noqulay sharoitlar bor deb o'ylaysiz jamiyatda? Bila olmadim endi. Seni jonim. Mana yo'llarni bog'chalar qurilsa, yo'llar qurilsa, Xudo xolasa kelajagimiz porloq bo'lsin. Mayli, rahmat sizga. Mayli, rahmat, xola. Как вы думаете, есть доступны для заграничными возможностями или нет? Какие возможны? Возможности? Ну, я, например, наблюдаю, что не всегда есть возможности для инвалидов где-то зайти в магазин. Нужно сделать специальный подступ для того, чтобы инвалиды могли на инвалидных колясках проехать. Или, допустим, по лесенке не каждый инвалид может спуститься. Вот. В этих местах, наверное, нужно уделить внимание именно для инвалидов. Следующий вопрос. Как вы думаете, зачем так? Почему так? Я не знаю. Это, видимо, упущение тех, кто осуществлял это строительство. Что надо делать, чтобы доступность сделать? Ну, обратить внимание на вот эти общественные места, куда ходят не только здоровые люди, но и инвалиды. Спасибо огромное. Еще последний вопрос. У вас есть подруга с людьми с ограниченными возможностями? У меня нет людей, знакомых с ограниченными возможностями, но я вижу, на улицах иногда бывают люди с ограниченными возможностями. В аптеке иногда есть такие аптеки, где невозможно человеку с ограниченными возможностями просто зайти. Может, на это обратят внимание. Спасибо огромное.